Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Om namo bhagavate Narayanam namaskritya. Narayanam namaskritya. Naram chaiva narottamam. Naram chaiva narottamam. Devim sarasatim vyasam. Devim sarasvatim vyasam. Tato jayamudhiraya. Tato jayamudhiraya. Nasta praeshu vabhadreshu. Nasta praeshu vabhadreshu. Nityam bhagavata sevaya. Nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama shloke. Bhagavati uttama shloke. Bhaktir bhavati naishtiki. Bhaktir bhavati naishtiki. Okay, reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Text Number 21. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, главу 25, текст 21. Тетикшава каруника. Тетикшава каруника. Сурида сарвадехинам. Сухридам сарвадехинам. Аджата шатрава шанта. Аджата шатрава шанта. Садхава садхубушана. Садхава садхубушана. Титикшава каруника. Титикшава каруника. Сурида сарвадехинам. Сухрида сарвадехинам. Аджата шатрава шанта. Аджата шатрава шанта. Садхава садхубушана. Садхава садхубушана. Титикшава каруника. Титикшава каруника. Сурида сарвадехинам. Сухридам сарвадехинам. Аджата шатрава шанта. Аджата шатрава шанта. Садхава садхубушана. Садхава садхубушана. Титикшавах каруника. Титикшавах каруника. Сухридах сарвадехинам. Сухридах сарвадехинам. Аджата шатравах шанта. Аджата шатравах шанта. Садхавах садхубушана. Садхавах садхубушана. Титикшава каруника. Сухридах сарвадехинам. Сухридах сарвадехинам. Аджата шатравах шантах. Аджата шатравах шантах. Садхавах садхубхушанах. Тикшавах. Титикшава каруниках. Титикшава каруниках. Сукридах сарвадехинам. Сукридах сарвадехинам. Аджата шатрава шантаха. Аджата шатрава шанта. Садхавах садхубхушанах. Садхавах садхубхушанах. Окей. Дословный перевод. Титикшавах. Титикшавах. Терпелив. Терпелив. Каруниках. Каруниках. Милосерден. Милосерден. Сухридах. Сухридах. Дружелюбен. Дружелюбен. Сарвадехинам. Сарвадехинам. Ко всем живым существам. Ко всем живым существам. Аджата шатравах. Аджата шатравах. Никому не питает вражды. Никому не питает вражды. Шантах. Шантах. Умиротворен. Умиротворен. Садхавах. Садхавах. Следует предписаниям шастр. Следует предписаниям шастр. Садхубхушанах. Садхубхушанах. Обладает всеми добродетелями. Обладает всеми добродетелями. Перевод стиха. Садху терпелив и милосерден. Он друг всех живых существ. У него нет врагов. Он умиротворен. Строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Садху, как уже говорилось, является преданным личности Бога. Поэтому он всегда стремится дать людям знания
о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, бесцельно проживает свою жизнь, странствуя по свету. Преданный идет от двери к двери и призывает людей: «Примите сознание Кришны, станьте преданными Господа. Не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Человеческая жизнь дана нам для того, чтобы достичь самосознания, то есть развить в себе сознание Кришны». Так проповедует садху. Не довольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств – карунника, великое сострадание к падшим душам. Садху должен обладать неистощимым терпением, ибо проповедуя неизбежно сталкивается со множеством противников. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. И садху берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда преданным даже применяют физическую силу. Господа Иисуса Христа распяли на кресте, Харидаса Такура били палками на 22 рыночных площадях. А на ближайшего сподвижника Господа Читания Нитинанду напали братья Джагай и Мадхай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарвадехинам, значит, все живые существа, воплотившиеся в материальном теле. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданные Господа с одинаковым состраданием относятся к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Так Шивананда Сена, один из учеников Господа Читания, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. Известно немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось встретиться с садху, поскольку садху заботится о высшем благе всех живых существ. Но несмотря на то, что садху дружелюбно относится ко всем и никому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у садху есть много врагов. Чем же друг отличается от врага? В первую очередь своим отношением к нам. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Поэтому у обусловленной души нет друга лучше, чем садху, который указывает ей путь к освобождению. Садху всегда безмятежен, он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. Садху – это тот, кто выполняет предписания вед и является преданным Господа. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры предписывают беспрекословно подчиняться Верховной Личности Бога. Таким образом, садху называют того, кто следует предписаниям вед, занимается преданным служением Господу. Все перечисленные качества присущи преданному. Говорится, что преданный развивает в себе лучшие качества полубогов, тогда как непреданный, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самоосознания. Чакшурмилитам йена тасмай Шри Гураве намаха Ванчакалпатабхьяща Крипа Синдубхьева ча Патитанам Паванибхьо Вайшнавибхьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададха, Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So yesterday we heard how Lord Kapila was instructing Devahuti that she should become attached to a sadhu. Мы вчера слушали о том, как Господь Капила дает наставление своей матери Девахути о том, что нужно
развивать привязанность к садху. We have to have attachment for something. It's foolish to think I don't have any attachment. Мы все равно так или иначе имеем к чему-то привязанность, но она не должна быть глупой, она не должна быть просто к чему-то быть привязана. So it's human nature, not only human nature, nature of all living entities, that we become attached to something. Это природа всякого живого существа, к чему-нибудь привязывается. And so we have to try to use that attachment in a Krishna conscious manner. And the best way is to use that to become attached to devotees. И мы должны использовать эту привязанность наилучшим образом, и самая лучшая форма этой привязанности — это привязанность к преданным. And among devotees there will be special devotees who are particularly pure or particularly helpful and are Krishna conscious. Среди преданных в особенности надо привязываться к чистым преданным, которые полны, исполнены сознания Кришны. So we should know what are the qualities of such people. Сейчас мы узнаем о тех качествах, которые обладают такие личности. So Lord Kapila Dev is describing what kind of qualities we would expect to find from sadhus and devotees. И здесь Господь Капила говорит о том, что какими качествами должен обладать человек, который является таким преданным. The first thing is mentioned is tolerance. Первая вещь, которая здесь упоминается, это терпение. And Krishna mentions that also in the beginning of his instructions to Arjuna in the Bhagavad Gita. И это качество также упоминает Кришна, когда он дает наставление Арджуне в Бхагавад Гите. He talks about how one should tolerate the heat and cold and happiness and distress without being disturbed. Он говорит ему, что необходимо терпеть там жару и холод, какое-то счастье и несчастье, оставаться в равновесии. It's important for us as devotees that we should be tolerant that sometimes people may not be very nice to us, but we should tolerate. Итак, как здесь говорится, мы должны развивать или проявлять терпение. Иногда люди могут как-то неблагоприятно относиться к нам, но эти ситуации нужно терпеть. Sometimes when we go on Sankirtan or book distribution, some devotees sometimes they will get in fights with people. Иногда преданные выходят на Санкиртану и им приходится, ну, как-то сражаться с другими людьми. So we try to tell them, you know, I've had experiences with some devotees, and I say, no, you can't do this, you can't fight with people. They say, no, I can't tolerate. Я разговаривал по этому поводу с одним преданным и говорил ему, что ты не должен драться с людьми, буквально, а ты должен терпеть. You know, people may be doing something to us or saying something bad about devotees or criticizing devotees, and they say, I couldn't tolerate. Я ему говорю, что я не могу терпеть, то есть если люди проявляют какое-то вот, совершают какие-то грехи или неправильное поведение по отношению к преданным, я не могу этого терпеть. So they attack, they get in a fight, yeah. И так он был склонен, так сказать, биться с ними. So this is not very good. It doesn't give people a very good impression about devotees. Но это не очень хорошо, потому что это не оставляет какого-то хорошего впечатления у людей, у преданных. No, we see how tolerant devotees were. Prabhupada gives example how Lord Jesus, he was crucified, and Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces. Здесь вот Шрила Прабхупада в комментарии приводит примеры преданных Иисуса Христа, которого распяли, или Харидаса Такура, которого убили там на 22 базарных площадях. But they didn't have any bitterness about being treated like that. Но они не проявляли вот этого, огорчения, да, агрессии по поводу того, что по отношению к ним было применено насилие. They did not curse the people who put them into that situation. Они не проклинали тех людей, которые
создали для них такую ситуацию. In fact, they prayed. They prayed to the Lord to forgive them for what they're doing. Напротив, они молились Господу, чтобы Господь простил им, помог им. Lord Jesus prayed to the Lord, his Father, our Father in heaven, that forgive them. They don't know what they're doing. Господь Иисус Христос обращался к Господу, пожалуйста, прости их, ибо не ведают, что творят. And similarly, Haridas Thakur prayed to the he prayed, don't do any, please don't cause any harm to these two men who were beating me, who were caning me. И также Харидас Такур молился Господу о том, что, пожалуйста, Господь, не причиняй какого-то ущерба этим людям, которые бьют меня. So this is a tolerant mood of a devotee. Это такое настроение терпения преданного. Because a devotee understands this material world. People are under the spell of illusion. They're conditioned by the material nature. They don't know any better. И преданные понимают, что живые существа в материальном мире находятся под влиянием материальной энергии, иллюзий, и они не знают ничего другого. So tolerance is the first quality, and then the second one is merciful. Итак, первое качество — это терпение, а следующее качество — это милосердие. And Prabhupada talks about how devotees are traveling around, going everywhere, trying to deliver people, trying to bring people out of their illusion. Как здесь Прабхупада пример приводит, что преданные путешествуют по всему свету и пытаются помочь людям освободиться, им выйти из-под влияния иллюзий. Prahladananda was just traveling around the island preaching Krishna consciousness. Прахладананда Прабху, он путешествует по всему острову Сахалину и проповедует людям сознание Кришны. So this is devotee. Это преданный. This is a sadhu. He's thinking about others. He's not worried about himself. Это садху, он думает о других и не сильно беспокоится по поводу себя. If he wanted himself, Prahladananda could just stay here and make bread and have a bakery, but he wants to deliver people. He's trying to preach Krishna consciousness. Ага, когда вот он останавливается здесь, он готовит замечательный хлеб и потом распространяет, так его проявляется милосердие по отношению к другим живым существам. There, another great devotee of Lord Chaitanya was Vasudev Datta. And he prayed to Lord Chaitanya, he said, let everyone be delivered, and I will stay here and suffer for their sins. Другой преданный, вот Васудева Дата, он обращался к Господу Чайтанье, пожалуйста, освободи все живые существа и помести как бы их грехи на меня, чтобы я мог страдать за этих живых существ. So Lord Vasudev Datta was very, very dear to Lord Chaitanya. Lord Chaitanya said, I've given myself to Vasudev Datta. Васудева Датта был очень дорог Господу Чайтанье, буквально Господь Чайтанье говорил, что я являюсь собственностью Васудева Датты. And Lord Chaitanya didn't say that just once, he said this three times in different situations. И вот Господь Чайтанье не говорил это, в общем-то, часто, такую фразу, три раза он упоминал это. So Lord Chaitanya was so much appreciating Vasudeva Datta's compassion and his mood to try to be merciful and deliver the fallen soul. И вот Господь Чайтанья очень ценил вот это настроение сострадания к другим живым существам у Васудевы Датты. And then a sadhu is also described that he's friendly to all living entities. И также здесь описывается, что садху дружелюбен по отношению ко всем живым существам. And Prabhupada talks not only people, but all living entities. And he talks about how devotee gives mercy even to animals like dogs. И не только по милости, дружелюбен по отношению к людям, но также к другим формам жизни, как вот здесь Прабхупада описывает примеры, как преданные проявляли сострадание по отношению к животным, в частности собакам. One devotee told me how he was in Prabhupada's room, fixing something in Prabhupada's room, and Prabhupada called him over. He said,
come here. He said, do you see this insect on the table? А один преданный рассказывает, когда он находился в комнате Прабхупады, там что-то делал, и Шрила Прабхупада подозвал его и сказал, смотри, ты вот видишь вот это насекомое там или муравей ползет. So the devotee thought, oh, Prabhupada, you want me to take it out of the room? You want me to throw it out the window or something? И преданный сказал, о, Шрила Прабхупада, что вы хотите, чтобы мы его отсюда убрали? Давайте выкинем его за окно. Prabhupada said, no, I want you to think how to give it Krishna consciousness. Нет, Шрила Прабхупада сказал, нет, я думаю о том, как я могу дать ему сознание Кришны. Said, you should be thinking how to give Krishna consciousness to all living entities. Итак, мы можем думать о том, как дать сознание Кришны всем живым существам. So we talked on this last night about chanting the holy name. This is very, very beneficial even for all the trees and for the plants. Мы вчера упоминали о том, как проповедь через воспевание святого имени приносит благо животным и деревьям и всем остальным. What about the fish? How are we going to give the fish Krishna consciousness? А как насчет того, как мы рыбу можем дать сознание Кришны? Maybe we give them, put some prasadam in the sea, yeah? Можно там бросать какой-то просад в море. Mm-hmm. When we offer flowers to the deities, the flowers also, but we would often throw them into the sea. Когда мы предлагаем цветочки, вот, лепесточки божествам, то потом эти листья можно выбрасывать в океан, в море. Mm-hmm. We're not supposed to put them in the garbage. Don't put them with the garbage. То есть не бросайте туда просто мусор. Because the flowers are also prasadam. Можно выбрасывать лепесточки, это тоже прасад. So we can put them in the sea. In this way, the fish may eat them and get some benefit. Таким образом рыбы тоже получат благо. So devotee is friendly to all living entities, just like Maharaj Yudhisthira. He had no enemy. Итак, преданный дружелюбный ко всем живым существам. Как вот Махараджа Юдхиштхира говорится, что у него не было врагов. And Prabhupada also said, we have no enemies. He says, somebody may think we are their enemy, but we don't think that they are our enemy. То есть Шрила Прабхупада говорил, что нету врагов, то есть кто-то может даже думать, что преданный его враг, но сам преданный, он не думает о других людях, что они являются его врагами. Prabhupada was purchasing land in Mumbai and one man was trying to cheat him. Шрила Прабхупада развивал там проект в Мумбаи, и один человек обманул его или пытался обмануть. This one man owned, he had a piece of land, a nice piece of land which Prabhupada wanted. And this man, he cheated several other people. He would tell them he's going to sell them the land. He'd take the money and not give them the land. Этот человек, значит, предложил преданным кусок земли, и он обманул там несколько преданных. Они заплатили ему деньги, но он не дал им эту землю. And this man was quite influential. He had a lot of connections with big government people, so he was able to cheat many people. У этого человека было влияние какой-то связи в правительстве и так далее, и он мог обманывать других. So he tried to cheat Prabhupada. Он попытался обмануть Шрилу Прабхупаду. And he got the Prabhupada gave some money for the land, and then Prabhupada told the devotees to go and live on the land. Шрила Прабхупада заплатил ему какое-то количество денег и он сказал преданным, что они могут разместиться на этой земле. And Prabhupada also brought the deities there. He brought these Radha Rasa Bihari deities there. И также они там уже поместили божеств Радха Раса Бихари. And they made a temporary temple. И какой-то временный храм они соорудили. But the man started to do his tricks and he told the devotees they have to get off the land. He said, this is not your land, I'm not selling, I'm not going to give this land to you. И этот человек стал применять давление, он стал говорить им, что убирайтесь
отсюда с этой земли, я вам никакой земли не продавал. And it was a big struggle for some time. The man even had police come. The police came and they arrested all the devotees and they took some devotees to jail. Там началась такая борьба. Этот человек вызвал полицию. Полиция арестовала некоторых преданных и посадила в тюрьму. And they tried to demolish the temple. И они пытались как-то разрушить этот храм. But in India, that's a very big, serious thing. Once a temple is there, you cannot knock it down. И в Индии это такой вот серьезный инцидент. Если вот где-то установили храм и его пытаются разрушить, то это очень плохо. It's, you know, people have that respect that the deity is there. You put God there. We can't move him. You have to leave him there. Здесь вот божества уже есть, и люди оказывают почтение им, и если их просят, так сказать, удалиться оттуда, то это не очень хорошо. So it was a big struggle, fighting. Prabhupada was directing, telling the devotees what they had to do. И так там была такая достаточно большая битва, и Прабхупада лично наставлял преданных, что нужно делать в этой ситуации. And this man who owned the land, he was doing his things, he was getting politicians and police to help him. И этот человек применял свои рычаги давления через политическую силу власти, через полицию. So Prabhupada was lecturing from this verse at this time, actually, in Bombay. He was lecturing from this section on Lord Kapila. He was giving class. Шрила Прабхупада был тогда в Бомбее и тоже читал лекции по поводу наставлений Господа Капилы, давал класс. And he was speaking about this verse, how it said, a sadhu has no enemy, he's friendly to everyone. И он говорил о том, что вот смотрите, садху, он дружелюбен по отношению ко всем живым существам. So Prabhupada explained, he said, this man is trying to cheat us. He said, but he is not our enemy. И вот он говорил, что вот этот человек, он пытается обмануть нас, но мы не относимся к нему враждебно. He thinks we are his enemy. Он думает, что мы являемся его врагами. But we don't think he's our enemy. Но мы не думаем подобным образом. We know he's just under the control of the material energy. Мы понимаем, что он находится под влиянием, под контролем материальной энергии. We see him also as a spirit soul. Смотрим на него тоже как на духовную частичку. But he's bewildered by the modes of nature. Но он сбит с толку гунами материальной природы. So we try to bring him out of illusion. Поэтому он находится под влиянием иллюзии. And so devotee, in dealing with people like that, we have to always be friendly to them and think how to help them, how to give them Krishna consciousness. И вот в таких ситуациях преданные думают о том, как можно помочь этим людям, как можно дать им сознание Кришны. Just like dogs. Как, например, собака. One devotee, well, there was one devotee couple in Los Angeles. They opened the temple in Los Angeles. Their names were Dayananda and Nandarani. This lady was Prabhupada's disciple. Her name was Nandarani. Вот была пара, семейная пара, они открывали храм в Лос-Анджелесе, и это вот их имена, Нандарани и Dayananda. Dayananda. Yeah. So they joined in San Francisco and then they went to Los Angeles to open temple there. Они присоединились в Сан-Франциско, но потом отправились в Лос-Анджелес для того, чтобы открывать там храм. So they were very new devotees. Они были еще только новичками, новыми преданными. And Prabhupada came to Los Angeles to visit them. And so Nandarani was driving the car and she had a dog with her. И Шрила Прабхупада приехала к ним туда, в Лос-Анджелес. Нандарани водила машину, и у нее сидела собака в машине. She had the dog in the car. She, you know, she drove the car to the airport to pick up Prabhupada, and the dog was in the car. И так она поехала в аэропорт встречать Шрилу Прабхупаду, а рядом с ней сидела собака. Prabhupada didn't say anything. Prabhupada just tolerated. Но Прабхупада ничего ей не сказал, он терпеливо это снес. But then next time he came there, after about a year, he came back and again she picked him up and she still had the same dog.
Ага, в следующий раз, когда он снова приехал, эта собака все еще находилась рядом с ней. So Prabhupada said, oh, you still have the same dog? И Шрила Прабхупада сказал, о, опять эта собака. So how tolerant Prabhupada was, you see, he had to be so tolerant to introduce Krishna consciousness. И так он, Шрила Прабхупада проявлял терпение для того, чтобы распространять сознание Кришны. When he first came to America, he had no place. When he was living in New York, he was staying with people who were meat eaters. Когда вот Шрила Прабхупада только приехал в Америку, ему пришлось там жить посреди людей, которые ели мясо. Prabhupada would have his vegetables, keep his vegetables in the fridge along with their meat. А ему приходилось хранить какие-то вот овощи в холодильнике, где рядом лежало мясо. Prabhupada had to tolerate all this in the beginning to start to give us Krishna consciousness. Вот Шрила Прабхупада терпел эти ситуации для того, чтобы продолжать распространять сознание Кришны. He was staying in this one man's house, and the man was interested in Krishna consciousness, but his wife wasn't interested in Krishna. А значит, он как-то остановился в доме одного человека, и этот человек проявил интерес к сознанию Кришны, но его жену это не интересовало. So his wife was really nasty sometimes. Его жена на самом деле относилась как-то очень пренебрежительно. You know, she was staying with her husband, and then this sadhu comes and lives in their home. So she, who's this? You know, this guy. Why is he coming in our house? You know. И вот она так ворчала, говорила мужу, то есть садху приехал в их дом, а она говорила мужу, кто это такой, что он делает в нашем доме, сколько можно его терпеть. The Prabhupada tolerated all of this. Но Шрила Прабхупада терпеливо относился к ее высказываниям. So, in the same way he expected us also to be tolerant. И он также ожидал, что мы тоже будем проявлять терпение. There is one pastime. Prabhupada was in the flight. They were going to, I think it was from Nairobi. They were in Africa, and they were going from Nairobi to South Africa on the flight. And so there was some football team also in the flight. И вот Шрила Прабхупада как-то из Найроби прилетал там в Южную Африку, и в этом самолете летела футбольная команда. And so what happened in the course of the flight, that some of these men who were in this football team, wanted to smoke cigarettes. И кто-то из этой команды захотел закурить сигаретку. And so of course you're not supposed to. Most flights, even in those days, there's no smoking. Вы знаете, что даже в наши дни на самолетах не курят. So the air steward. You know, Prabhupada, they were sitting near Prabhupada and smoking cigarettes. И он сидел рядом со Шрилой Прабхупадой и затянул там сигаретку. And so then they told the stewardess, so the stewardess came and told them, no, you can't smoke, put these cigarettes out. И он обратился к стюардессе, стюардесса подошла и попросила этого человека прекратить курить. So they put the cigarette out, but then a minute later, after the stewardess went away, they lit the cigarette up again. И он сделал вид, что он убрал сигарету куда-то, но когда стюардесса ушла, он снова закурил. So Prabhupada's secretary, who was with Prabhupada, he was, he got really angry, and he got up and he was going to go over there and talk to them. И вот секретарь, который летел вместе со Шрилой Прабхупадой, он был в таком состоянии гнева, и он хотел, так сказать, разобраться с этим человеком. But Prabhupada held him back and said, no, 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 don't go there. Но Шрила Прабхупада остановил его и говорит, не надо, говорит, с этого места. Prabhupada said, if we cannot tolerate, Prabhupada said to the secretary, if we cannot tolerate, then what is the difference between us and them? И Прабхупада сказал ему, если мы не будем проявлять терпение, тогда в чем разница между нами и им? In other words, we become like them. We're just like them if we cannot tolerate. Yeah, потому что мы становимся таким же, как он, если мы не проявляем терпение. Very important for us that we tolerate.
Это важно для нас проявлять это качество терпения. In the Christian teachings, they say if somebody hits you one side of the face, you should turn your face the other way, so they can hit the other side. Как христиане говорят, что если вас ударили по одной щеке, то подставьте другую. But there's a saying, we have a saying, I don't know if you say in Russian, but we say, an one eye for a one eye, a tooth for a tooth. Значит, как вот на русском говорят, что глаз за глаз, что там? Зуб за зуб, око за око. You have that saying also in Russian, yeah? So, if we follow that principle, then what would be the result? The result will be everyone will have no eyes and no teeth. Если мы последуем этому принципу, глаз за глаз, то что произойдет в результате? Ни у кого не будет глаз и зубов. So we have to be tolerant. Поэтому нужно проявлять терпение. It's very important. Это важная вещь. We have to develop this tolerance and at the same time tolerance not only with the people but with all living entities. Итак, нужно проявлять терпение не только к людям, но и ко всем живым существам. Being friendly to the all creatures, you know, being some people, you know, the little flies, and they have a fly swat, kill it. They want to kill everything. Значит, итак, нужно проявлять терпение ко всем живым существам. Некоторые люди видят всяких вот летающих насекомых, мух и начинают их мухобойкой встречать. I was in China one time with this one American man. This American man, he was a Mormon. Do you have Mormons here? Я был как-то в Китае, и там видел одного человека из Америки, принадлежал к мормонам. So I was sitting talking to this Mormon man, and suddenly a big cockroach came up. I was talking with the Mormon when a cockroach came along the floor, a big one. Cockroach. И так я сидел и разговаривал с этим человеком, и тут откуда ни возьмись выбежал таракан. So what did the Mormon do? The Mormon stood up. И что сделал мормон? Он так сказать прихлопнул его ногой. And so when he did that, you know, I was shocked because I. И когда он сделал это, я был в состоянии шока. So he said to me, he said, "Oh, you don't even kill insects in your religion?" I говорю, что у вас в вашей религии там нельзя, не говорится о том, что нельзя убивать всех живых существ, даже таких вот тараканов. Yeah, we do not make a business. We don't kill anything. Мы не убиваем. То есть это он сказал, что у вас нельзя, что вы этого делаете. Мы говорим, нет, мы терпеливо относимся ко всем живым существам. So this is the qualities of sadhus, devotees. Итак, таковы качества проявления садху, преданного. Tolerant, merciful, friendly to all living entities. Терпелив, милосерден, любим по отношению ко всем живым существам. And what's the other quality? They know the scriptures. They abide by the scriptures. И также он знает священные писания. Right, the devotee follows his lifestyle is according to scriptures. Преданные строят свою жизнь в соответствии со священными писаниями. People sometimes ask us, where do these principles come from that you follow? Is this Prabhupada just made this up? But no, it's all from scriptures. А некоторые люди говорят, откуда вы вообще взяли этот принцип, где он находится в священных писаниях? Это просто он Шрила Прабхупада дал. The Mahamantra is also from scriptures. It's a Vedic mantra. Нет, это все из священных писаний. Махамантра тоже описана в священных писаниях. Это ведическая мантра. It's not made up, not manufactured by some man's brain. Это не что-то выдуманное каким-то человеком и привнесенное. You get some people like that. They make up a mantra on their own. You good? They make up the mantra from their own mind. They invent a mantra. То есть мы не выдумываем, не придумываем
мантру из своего собственного ума. There was one man, he invented a mantra, he made up a mantra. Был один человек, он там изобрел какую-то мантру и стал давать другим. Nityai Gaur Radhe Shyam Jai Krishna, Nityai Gaur Radhe Shyam Radhe, Hare Krishna Hare Ram. Есть там в Пури вот такой Nityai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. And he's got so many people to sing it and to chant it. И много людей, так сказать, присоединилось и пело такую мантру. And Bhaktivinod, then he met Bhaktivinod, and Bhaktivinod instructed, he told him, he said, this is bogus, this is not proper. А затем они встретились с Бхактивинодом Такуром, и Бхактивинод Такур сказал, что это бхога, это неправильно. It's not Vedic, it's not, shastric, it's not authorized. В Ведах и в Шастрах такого нет, не авторитетная мантра. Told the man that there were so many considerations of rasa, the relationships between Krishna and Radha and everything were not there. The man had committed many offenses in making up this mantra. И Бхактивинода Такура разговаривал с их главой, и он говорил, что есть так много разных отношений с Господом, но здесь все это смешано друг с другом, поэтому не повторяйте эту мантру, не совершайте оскорблений Господу. And the man who invented this mantra ended up going mad. Человек, который выдумал эту мантру, going. The one who made up the mantra, he went crazy. И этот человек, который выдумал эту мантру, он был сумасшедшим, стал сумасшедшим. So the devotee follows scriptures. Итак, преданный следует писаниям. The devotee also we say there are three authorities: sadhu, shastra, and guru. Говорится, что есть три авторитетных источника: садху, шастра и гуру. And so sadhus, devotees, they will follow the shastra. И садху или преданные, они следуют шастрам. They will know the shastra. They've studied the shastra. Они знают шастры, изучают шастры. They've read the scriptures, they've studied them, and they can teach them to others. Читают шастры, изучают и также другим передают. So the instructions of the scriptures are very important. In the Bhagavad Gita, Krishna talks about that. Знать шастры и действовать на основе шастр очень важно, об этом Кришна говорит в Бхагавад Гите. Right? Я шастра видима триджа вартате камакарата. Now Krishna says in Bhagavad Gita that those who don't have faith in the scriptures, then they can never achieve the supreme destination, and they can never nasasadim, nasukam, naparamgatim. They cannot be happy. They cannot get the supreme destination. They cannot get perfection. И Кришна говорит в Бхагавадгите, если человек не основывает свою веру на священных писаниях, то он не достигнет высшего предназначения, он не будет счастливым, он не достигнет совершенства. So the devotee, the sadhu, they follow scriptures very carefully. И преданные или садху следуют писаниям очень внимательно. And they live their life according to scriptures. Им нравится жить в соответствии со священными писаниями. And they share that knowledge also, distribute it to others. И также они пытаются распространять это знание другим. So Lord Kapila is describing the ornaments of a sadhu. Итак, Господь Капила описывает украшения садху. Right, sadhu bhushanam. Sadhu bhushanam. Means the ornaments that just like we decorate ourselves with flower garland, with neck beads. We have different necklaces. These are ornaments. Вот как есть разные украшения, вот гирлянды или какие-то бусы мы одеваем или сережки. Это разные виды украшений. But the sadhu, the devotee, they have this sadhu bhushan. What are the ornaments of the sadhu? This is their qualities, their tolerance, their mercy, their friendly to all.
Каковы же украшения, которые носит садху? Это его различные качества милосердия, терпения, доброжелательность и так далее. They abide by the, by they follow the scriptures. Наследование по священным писаниям. So this is this way you can understand who is actually the sadhu. И так вот мы можем понять, кто на самом деле является настоящим садху. And we want to become sadhus, we can understand what we have to do, what is expected of us. Если мы хотим быть садху, то мы должны знать, что мы должны делать в этом случае, что от нас ожидается. Right? We want to also become like a sadhu, develop these qualities. Мы также хотим стать садху, и необходимо развивать эти качества. And the process of developing these qualities is that we simply engage in the Krishna conscious program. И процессом развития этих качеств, каким образом это делается, через вовлечение в садхану, то есть процесс преданного служения. Take part in all the activities which the devotees have. Принимать участие во всех видах деятельности, которые помогать другим преданным. Regularly hearing and chanting. Регулярно слушать и воспевать. And all of these good qualities will naturally develop. И все эти качества постепенно развиваются. We just have to continue to practice. Просто нужно продолжать практику. Just like in the Yoga Sutras, Patanjali writes about yoga. В Йога Сутрах Патанджали описывается йога. And he says yoga is to stop the mind. Там говорится, что йога это означает прекратить деятельность ума. So stopping all the desires of the mind is to stop all the material desires. И вот остановить чувства, остановить желание ума означает остановить материальные желания. And to develop, but you don't stop the spiritual desires. Оно не нужно останавливать духовные желания. So Patanjali is explaining that yoga is to absorb the mind in the transcendental thoughts. И Патанджали говорит, что йога это погрузить ум в трансцендентные мысли, рассказы. And he says two things are very important in the practice. И две вещи очень важны в практике. He said one is practice. You have to practice. Первое это практика, а второе снова практика. And the second thing is detachment. Итак, это практика, а второе это отречение, отрешенность. Just like in the sixth chapter Bhagavad Gita, Krishna was telling Arjuna how to do yoga, and Arjuna said, well, "I can't do it. Too difficult." Как Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите об этой йоге в шестой главе. И Арджуна говорит, о, ничего себе, это так тяжело. But Krishna says, well, I know it's difficult a little bit, but with constant practice and detachment, possible. Кришна говорит, да, я знаю, это достаточно сложно, но если постоянно практиковаться, практику делать и отрекаться, то это возможно. So this is what we also have to do in our Krishna consciousness. Это вот как раз то, что мы тоже делаем, развивая сознание Кришны. We have to practice regularly. То есть мы регулярно практикуем. And we have to also cultivate detachment. И также развиваем, культивируем отрешенность. The more we become attached to hearing and chanting, the less we're attached to material. Чем больше мы развиваем привязанность к слушанию, к воспеванию, тем меньше у нас становится привязанности к материальному. The more we're attached to Krishna, the less we can be attached to Maya. Чем больше мы привязаны к Кришне, тем меньше мы привязаны к Майе. We cannot hold on to both. Мы не можем как бы одновременно две вещи удерживать. We just have to hold on to Krishna by Krishna conscious activity. Поэтому нужно держаться за Кришну и быть активным в сознании Кришны. Any question? Может быть, есть какие-то вопросы?
правда? Практика подразумевает следование правилам и писаниям, как было сказано. Ну, как бы есть разные уровни, да, разные стандарты. И какому стандарту как бы следовать, как вот определить для себя? The practice means follow rules and regulations, but there are many different levels of these standards and rules. How can we determine which standard we should follow? It's my standard or not my? Well, according to your ashram, there's certain things you have to do. Ну, в соответствии с ашрамом вы можете понять, что нужно делать. Brahmachari life would be different from grihastha life. Например, жизнь брахмачари она отличается от жизни семейного человека. Some principles will be different. Принципы некоторые различаются. But generally, the rules are pretty much the same for everyone. Four regulated principles, chant 16 rounds. Есть принципы, которые, в общем-то, одинаковы для всех. Допустим, следование четырем регулирующим принципам и воспевание Хари Кришна Махамантры. 16 кругов. We have activities we do, like we did, we sang the Guru Puja, we sang Guru Vastagam, we sang Guru Puja, we sang Tulsi prayers. Или вот те службы, которые мы проводим, эти службы тоже для всех. So these kind of activities, they're there for everyone. Итак, эти виды активности, деятельности, они предназначены для всех. Everyone needs to hear and chant and then take prasadam. Каждому нужно слушать и воспевать, и вкушать прасад. These activities are there for all the devotees. Итак, эти виды деятельности, они для всех преданных. It's not that somebody's more, well, somebody more advanced. I'm a little more advanced, they chant Gayatri Mantra. Если вы немножко более продвинуты, вы читаете Гайатри Мантру. But after that, the rules are the same for everyone. Но в целом, как бы, правила, многие правила, они одинаковы для всех. The same principles. The same. Похожие принципы, похожие стандарты. Because sometimes if we follow some rules which not we don't stay on this level, but this principle difficult for us, and we feel some disappointment because I cannot follow this principle. What? For example, when we are neophyte, we try to do this so. Aesthetic, so detachment, but it's not our level. And after some time, we feel that it's not our level. We should translate. Ну, я говорю о том, что бывают такие варианты или случаи, когда мы, ну, новички особенно, это присущие, когда вы становитесь слишком аскетичными, слишком отреченными, то есть задираете какую-то планку, но потом понимаете, чувствуете, что вы не можете этому следовать, то есть это не ваш еще уровень. Well, but we're not, we don't have to be aesthetic, we don't have to be so renounced. А мы не должны быть прям сильную какую-то аскетичность или отрешенность проявлять. We had one devotee, I remember, he was very austere. A new devotee, because he was just a new devotee, he was very austere, hardly eating. Я помню на своем случае, в своей жизни пример одного преданного, он был новичком, но он совершал такие суровые аскезы, он был. And he was very good in book distribution. Он хорошо распространял книги. And he was chanting so many rounds every day. Он повторял столько много кругов каждый день. So we all thought, wow, he's really an advanced devotee. И мы смотрели на него, думали, о, это действительно продвинутый преданный. But then, after some time, he left. Но через некоторое время он ушел. He gave up Krishna consciousness. Он оставил движение сознания Кришны. So,
Prabhupada encouraged devotees to eat prasadam when they joined. He wanted them to eat more. Шрила Прабхупада воодушевлял преданных есть прасад, а иногда даже есть больше. Some devotees are artificially renounced. Некоторые преданные, допустим, они искусственно проявляют отрешенность. And some devotees, they're trying to create, you know, they're trying to impress others. They want people to think that they're very advanced. Значит, некоторые хотят произвести на других впечатление, чтобы люди думали о том, что он продвинутый. So, in course of time, their real position will be revealed. Но с течением времени его как бы настоящая позиция раскрывается для него и для других. We saw something. Many young men joined Krishna consciousness movement, and they renounced everything. И много примеров таких молодых людей, молодых преданных, которые присоединились, и они стали отрекаться от всего. They were still in their 20s, early 20s, 24, 25, like that, and they want to take, or even younger, and they take sannyas. Им, ну, всего-то там было по 2, или есть по 20, 24 года, и они хотели принять отречение, принять саньясу. But they couldn't keep up the mood. Но они не могли поддерживать, сохранять вот это настроение. That after some time they would give up, they'd find it's not for them. И через некоторое время они, ну, как бы понимали, что этот уровень стандарт, ну, не для них. So one has to be careful not to try to be artificial, to know one's position. Поэтому человек должен быть внимательным, то есть не понимать свое положение, позицию, не действовать искусственно. So the help of the senior devotees is very important. Поэтому помощь старших преданных вайшнавов очень важна в этом случае. Senior devotees and spiritual teachers, the sannyasis, they're all there to help us and to guide us. Старшие вайшнавы, духовные учителя или другие саньяси, они могут нам помочь и направить правильно. So it's always advised to take shelter from them and work under their direction. И всегда как бы советуется принять прибежище у них, поскольку, ну, это дает направление человеку. Krishna consciousness is a gradual process. Сознание Кришны, развитие, это постепенный процесс. You want to be able to keep going. Вы должны быть, ну, как бы способны сохранять движение. Right, it's not that we will come and will do everything in the one or two years, and then after one or two years, then we don't want to do anything. Как, например, можно проявлять активность там в течение одного-двух лет, а потом один или два года вас вообще не видать. We had this one lady in China. But before her initiation, she was really good. She was doing so much service. Everybody appreciated her. Одна вот женщина в Китае до инициации, она такую активность проявляла, везде была, все ее увидели. But then after initiation, she just gradually stopped doing anything and just complained everything, talked so many bad things. А после того, как она получила инициацию, его ее деятельность потихонечку прекратилась, и она просто стала там жаловаться на других и так далее. So, you know, want to see people progress naturally. Мы хотим, чтобы, ну, видеть преданных людей, чтобы их прогресс, ну, шел естественным образом. The principles, the rules are pretty much the same for everyone. Но правила и предписания в целом, ну, для всех похожи, одинаковые. You don't have to be artificial. You know, some people follow Chaturmasya. They do 4 months of very strict vows. Нужно быть искусственным. Некоторые вот
люди следуют обету Чатурмаси в течение 4 месяцев, ну, там разные моменты есть. Every day chanting 64 rounds. Каждый день повторяют 64 круга. Eating only one meal a day. Кушают только один раз в день. Not cutting the hair or shaving the face or cutting the nails for 4 months. Не броются, не стригутся, не стригут ногти. It's a great austerity. Такая аскеза. But we're not required to do that. Ну, как бы от нас не требуется вот это все делать. Some people like to do these kind of things, but it's not required. А некоторые люди любят вот такие всякие аскезы, но это не требуется. Говорилось больше об аскезах, да, то есть это больше, наверное, все-таки относится к мужчинам. А как быть тогда, когда это больше относится к женским, к женщинам, когда видишь, как женщины погружаются вот в такое в активное служение, везде участвовать, ну, как бы стараются участвовать, и видно, как женщина начинает со временем просто сгорать, она устает, но признаться себе в этом не хочет. А как бы по сути, когда человек находится именно в преданном служении, то он медитирует на Господа, потому что самый преданный слуга – это сам Господь, да, и он дает эту энергию. Но когда ты видишь, что женщина сгорает, и то есть вот она усердствует, да, и не хочет слышать, что ну, это не ее сила, это не ее возможности, что она не имеет этой связи, такой связи с Господом, да, и у нее нет столько сил на такое служение, но она продолжает это делать. Как можно, ну, вот, помочь? Или наша вот помощь состоит только в том, чтобы молиться за нее? You said about ascetic life, but what about the woman? Because sometimes some Mataji, they do so many different activities. And after sometimes she burnt from these activities. Sure. Burnt, like too much activities. And how can we help this Mataji, this woman? Because if you do so many activities, you can, and but inside you don't have enough power and then energy connection with a Lord, and you don't think about Krishna after some time, so you do on the activities, do more and more. Well, that's why it's very important that devotees don't just only work, but they also hear. Поэтому для преданного важно не только совершать какое-то активное служение, но также и слушать. People just only do so many activities, working, they don't take time to hear and chant, they don't do proper sadhana, then it's not good. Но если человек погружается все больше и больше в деятельность, но при этом не уделяет внимания своей садхане, там, слушанию, воспеванию, то это не очень хорошо. There was one sannyasi, he was building a temple for Prabhupada. But he was not chanting his rounds, and they told Prabhupada that this sannyasi is working all day for the temple, but he doesn't chant his rounds. Как вот пример одного саньяси, ученика там Шрилы Прабхупады, он строил храм, и он был так погружен в эту деятельность, что у него не хватало времени воспевать свои круги, и Шрилы Прабхупаде говорили об этом, что он не воспевает свои круги. So Prabhupada said, if he's not chanting, then in a short time he will give up Krishna consciousness. Прабхупада сказал, что если он не будет повторять, то через какое-то короткое время он оставит сознание Кришны. And it happened. After a short time, the sannyasi gave up Krishna. И так и случилось. Через некоторое время этот саньяси оставил движение. So we have to take care of people. We have to. There has to be some caring among devotees. And if we see someone working excessively and not taking proper time to hear and chant and do proper sadhana,
We should talk to them, we should encourage them to stop. Вот, и поэтому нужно вот наблюдать за преданными, если они действительно совершают чрезмерное усилие в деятельности, но не уделяют внимания своей правильной садхане, нужно тогда поговорить с ними, остановить, вдохновить их на садхану и остановить их немножко здесь. Yeah, the managers have to be thinking, they have to be watching and looking for these kind of people, and they must take care of them and try to guide them properly. Ну и вот, ну это тоже забота менеджеров, то есть они наблюдают за людьми, насколько они загружены, и если происходит какой-то дисбаланс, то, соответственно, он разговаривает с таким человеком и дает ему правильное направление. So devotee care is very important. Забота о преданных — это важная вещь. Devotee care is not just taking care of sick people, but but you have to make sure all the devotees do proper sadhana. Забота о преданных не заключается только в том, что нужно вот уже о больных людях заботиться, а также нужно помогать им в том, чтобы они следовали правильной садхане. People come to Krishna consciousness, we have to take care of them. They need to be cared for. Люди преданные присоединились к сознанию Кришны, и они также нуждаются в какой-то помощи или заботе. They're special souls, they're rare souls, because they've come into Krishna consciousness. Мы являемся, душами, и нужно развивать сознание Кришны. We know that not many devotees, there's so many people, but only a few are devotees. So when people become a devotee, we have to look after, make sure they stay devotees, try to keep them in Krishna consciousness. Mm-hmm. Есть много людей, но преданных не так много. Если человек какой-то присоединился, стал развивать сознание Кришны, то нужно помочь ему оставаться в этом сознании, оставаться преданным. We have to make sure they don't overdo it. They try to do too much, work too hard, and then after some time they don't do any work. И поэтому также нужно обращать на это внимание, что если он уже перетруждается и так много работает, то через некоторое время он может прекратить все это делать, выгорит и вообще ничего не будет делать. And then they start to criticize other people. Он просто начнет критиковать других. So then it's not good. Then they need to be helped, they need to be taken care of, they need to get proper instruction, proper association. Поэтому это не очень будет хорошо. Он тоже нуждается в помощи, в правильном направлении, в правильных наставлениях каких-то. Sometimes you get people, they want to give everything to Krishna. Некоторые вот люди хотят отдать все Кришне. There was this one family in Australia, and they came and they joined Krishna consciousness, and they gave everything. Одна семья вот в Австралии была, они присоединились к сознанию Кришны, и они хотели оставить все. And they had a house and everything, and they gave everything to the Krishna consciousness movement. У них и дом, и так далее, и вот они хотели отдать все это Кришне. But after some time they decided Krishna consciousness really wasn't right, wasn't for them. И так они это сделали, но через некоторое время они стали думать, что на самом деле сознание Кришны не для них. And then they wanted their house back. И они хотели вернуть все назад. Devotees had already sold it. А преданные уже все это продали. So anyway, devotees had to make some arrangement for them. Ну так или иначе они что-то там организовали для этих людей. So we're more careful nowadays. People come. We're much more cautious about that kind of situation, and we tell people, just you come gradually, take it gradually. И поэтому нужно быть аккуратным, осторожным в этом плане, если люди присоединяются и проявляют такое уж чрезмерное рвение, то нужно говорить о том, что есть какие-то ступени, какая-то ступенчатость, можно постепенно развиваться.
свое состояние Кришны. But devotional service is a bit like a marathon race. Преданное служение вот оно подобно как бы марафону. So a marathon race, you don't start running, you know, at the beginning, right? Then, but you keep that for the final sprint. Maybe just at the end, you try to go really fast. То есть марафонец он не выдыхается и не отдает все силы в начале этой дистанции. То есть он потихонечку бежит и сохраняет силы там на последнюю часть, рывок. На последний рывок, да, такой. So Prabhupada was like that. You could see Prabhupada that he's, you know, he was coming, going along. But then at the end, in his final year, final few years, he was doing so much, so fast. Шрила Прабхупада вот такой тоже пример показывал, как бы немножко экономил на дистанции, но последние годы он так много всего сделал, то есть был очень активен. So that's better to do like that. You go along steady, try to build and gradually build up, and then at the end, before we leave the body, you want to try to give everything for Krishna. И так можно вот действовать таким вот образом, то есть постепенно строить шаг за шагом, вот. Но когда там останется уже совсем ничего, чуть-чуть до конца жизни, то можете, так сказать, вдарить. Any other question? Все, может, какие-то вопросы? Окей. Это все зависит как от сукрити, да, получается, что какое сукрити у человека. That's all depends from your sukriti. That's all depends from your sukriti. If you have some sukriti. What depends? Что именно зависит? Ну что вот сознание Кришны, если сукрити мало, да, вот он как бы выгорает и все, отходит. А другие вот много сукрити, а как бы. If you have a small amount of sukriti, you finish your develop Krishna consciousness after some time. If you have more sukriti, you can continue and do it during a long time. It depends from your sukriti. Well, not necessarily. No, it depends on us. A lot depends on association and guidance and getting proper instruction, training. Не обязательно, что это именно от сукрити вашего зависит, скорее больше от вашего общения, правильного руководства. We're easily influenced by the association. It's very important to get the right association, the right proper training. Легко мы как бы попадаем под влияние общения, если вот это общение и наставления правильные, то это дает хорошую. Nowadays, you know, when people come to Krishna consciousness, there's much more structures in the training and preparation as devotees are prepared for Krishna consciousness. В наши дни уже так много всяких там каких-то курсов нужно пройти, сдать вопросов, тестов. Ну, то есть некая подготовка человека к тому, чтобы он, ну, развивался в сознании Кришны. But in the beginning of the movement, these things was not so much there. Но в начале движения сознания Кришны вот всего этого было чуть-чуть. And people would just come, you know, and they could easily go off. They could easily be impressed by some, you know, they think how to impress others by doing a lot of austerity or a lot of seva. Ну вот, поэтому, когда не было вот такого понимания, глубокого образования и так далее, люди, допустим, приходили, и они, ну, на какие-то вот ложные моменты отвлекались, допустим, совершали слишком большие аскезы, чтобы произвести впечатление на других, что они очень аскетичные. And some people have a lot of ambition, they want to become in charge, or they want to become on top. А некоторые были очень амбициозны, они хотели, так сказать, залезть повыше, на верхушку этой организации. You know, sometimes you get somebody, first of all, they want to become the temple president. Кто-то хотел стать президентом храма. And after they become temple president, then they want to be the guru.
А после того, как он уже стал президентом храма, у него была амбиция стать гуру. And then they make their own society and become the founder acharya. А потом они организовывали какие-то свои общества и становились основателями ачарьями этого общества. They have so much ambition. Так много амбиций. So some people they have that it's actually material desires. Многие люди вообще в целом это материальные желания. The material desires are there. They have this ambition, so this drive to, you know, to become prominent, to become recognized by others. И вот там вот есть вот эти вот амбиции, такой драйв, желание того, чтобы тебя признали, отметили. We had this one devotee there in another city here in Russia. He got involved with he was in ISKCON and initiated in ISKCON, but then he started to go to another group and hear from them. И я слышал, вот тоже есть такой преданный там из другого города, из России. Он был инициирован преданным и так далее, но он начал какое-то другое движение, такую группу создал. And he wanted to be in ISKCON at the same time, take the knowledge, take teachings and things from the other society. И он хотел, с одной стороны, как бы продолжать оставаться в ИСККОНе, но в то же время получал какие-то вот знания, наставления и из других групп, из других обществ. So after some time he left ISKCON and he began his own temple. И спустя некоторое время он оставил ИСККОН и организовал свой храм. So put up his own temple, got all his own followers. И он построил вот этот храм и туда стали приходить последователи. So he went out of ISKCON. И он ушел, покинул ISKCON. Because he didn't want to work under authority. He wanted to be the authority. А он не хотел действовать под руководством авторитетов. Он сам хотел быть авторитетом. So some people are like that. They have this ambition. Итак, некоторые люди действуют подобным образом. У них есть просто амбиция. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanand.